10 мая. Здравствуйте, мои дорогие. И сегодня непростой день. Сегодня последний день Пасхи. Завтра уже Радовница. Я хотел бы немного послушать свои записи. Что же я там сочинял? Пытался сочинить. Что же этот Алексей там сочинял? Сейчас. Где-то у меня есть саундтреки. Поочередно я их воспроизведу. А попозже, наверное, удалю. Здравствуйте, мои дорогие. Еще одна песня. Придумал 9 мая. Но это даже не песня, а просто как бы попытка сочинять что-то изнутри, из глубиночки. Начну с припева. Будет море играться с волной.
Посмотри на море, и солнце ласкает лучик огромной страсти, и я твой герой. Я же герой желаний твоих, повелитель. Я же такой, как хочешь, и буду всегда. Ты же меня понимаешь, моя красотка. Моя надежда, любовь и мечта. Верю, что будешь рядом со мной на столетие, и оберегать взглядом и гладить рукой. Я же тебя, любимая, встретись так вместе. Тебе, любимая, верю с тобой. Ты моя. Уже новая песня наклевывается. Но вот эта вот песня, она чисто вот такая вот. Счастья, удачи, любви, успеха. До скорых встреч. Здравствуйте, мои дорогие. Короче, я тут ритм придумал. Вот. Ну, не ритм, а, в общем, свой любимый. В следующем ролике. Вот такая тема. Счастья, удачи.